просто некуда, может. И тем более он трешников в каштанке. Так я пока релогнусь. Упс. Что-то там мимо звездочёта. Слышь, Юки, это не я делал, если чё. Это Рагнадру. Вот так, на него в бочке гони. А чё я? Карчик в этом и прикол, их вначале переапывают, блять, а потом нерфят по 7 раз. Да мы и так уже, блин, в топ-10 даже не входим. Смысл уже нерфить? Чтоб было. Чтоб... Чтоб все в котов, блять, спеклись без... Я бы что-то не сказал, что коты много дамажь. 30к дал всего лишь, во много я ебу. Угу, вообще не надо. Топ-1 занял, подумаешь, раз в полгода. Чисто изи. Наваривает, соло дамажит, соло дамажит. Как соло дамажит Т5, а до Т5 это очень тернистый путь. Да почти невозможно. Так вот именно. Ты пока до Т5 дойдешь, там жопу на флаксе, блять, там порвешь. А потом тебя нерфят, блять, по 4 раза за месяц. Да и без Т5 я бы не сказал, что там так весело ей играть. Ируня, поставь шкаф, пожалуйста. Не достаю. Слишком далеко. Тихните по шкаф. И он парил. Ща. Вот что это просто пробежало, и все не тыкнул. Без ума он это отошел. А он в Бладе будет?
Я не знаю. Ну, сейчас знаю, кто в каком у меня танке бегает. Что там Никита подмазал? Да. Спасибо, кто вырвался. Спасибо. Роботы идем. Почему на робота? Мы чуть последнее время на робота идем. Я хожу, потому что меня просили. Либо туда, либо туда. Yes. Сейчас предпочтения не было. Пошли на келе сразу. Я посох себе выбью и зачаю. Ты тут кого дамажить не начнешь. А залезай на мира. Еще как начну. Героинь сейчас не обязательно заливать Энерон, Ретрик. А, с моей пати, ну да. Некуда как бы его запихнуть. Чисто героинь сейчас хил. Дима, когда умом. Никогда. Слышал, да? Пор у нас ранен был стал Никим, да? Секрет тутка. Без ума вернулся? Нет. Давай пока в танке без него пойдем. Да? Где вы? Либо. Он не удержит то, что надо. Давай. Тут Тунга пока в танке. Расскажите так. Тех фениксов. Что еще раз? Да, ты фениксы маленьких. Говори, кто там говорил. Я музыку отключил. Ну ладно. Стесняюсь. Не хотите, как хотите, я музыку включаю. Тактику просит вон лук. Там тактику просит. Тактику, плиз, окей. Значит, смотри. Для РДД хилов. О, тут Тунга назад на ДД. Сейчас сумманем. Сейчас объясню. Короче, твоя задача бить босса. Бьешь босса, дышишь ровно, спокойно, переходишь, когда все переходят. Потом снова бьешь босса, потом снова дышишь, и потом уже все. Открываешь глаза, а босса убить. Ну, понял, да? Все очень просто. Если ничего не понял, подходишь к боссу и умираешь. Затопишь, ну бля, ну бывает, чё. У Сапрота не перебивайте, мы на робота потом пойдем. О, у Сапрота? Я Сапрота и не пил. Те, кто пили.
Кто там? Шизик, ты чё, пёс? Да дай ты мне минус 500 и пошли пулять. Какие ему, да, минус 500? Или он писал что-нибудь? Нет. Я не видел. Я тоже не видел. Может, в личку? Да, Шизик умеет писать? Танцуй. Да, дайте он писал выше рейчат. Ладно, все понял. Попробуй задать вопрос, если не боишься. Пристабав дайте. Так, крик на хп, пожалуйста, если можно. Если вам не жалко. По ЕП у нас нету такого. Че по ЕП? Сидите, пуляйте. Блин, а че ни у кого, кроме меня, ауры на село так и нету? Нет, конечно, все в суровом. Геру. Есть БДКшники для этой фигни. Что-то без Геру, да, был? Дал вообще-то Геру. А ты попробуй без Геру. Ну все, мало ДПС, можно выходить. Мы не убили за первый раз. Вниз, блять, десантура. Скада забагался. Сейчас чувствую, опять найдет босс. Босс уже, блядь, птица. Дура, чё не в энхе? У нас есть энх. А-а-а. О, кстати, у него сила атаки же бафается. Ну да. Сила атаки. Я хочу убить Алара и вон кого-нибудь фазера вместо себя отправить. Страшный горн там. Да у вас клад приедет, ничего. Не, ничего. Ничего. Ну и ничего. Лёг. Блять, скада забыл. Вот на стакаю, блин, он улетает. Что за век такой-то? Вот лок серп. Уголек появился, РД играет по угольку. А я просто не знаю, что делать. Куда я могу спать? Чё у тебя? Да скада забагалась. О, проблема. Согласен. Да, блин. Все, теперь можешь не бить вообще. Да. Ты себя там не увидишь в топ. Как же без этого, да? Я же видел вам в этом, в ДС, там где макросы, там разбаг, аддон. Он разбагивает тебе скат. Время файта. Типа, ничего не знаю, ничего не знаю. Буду решать все старым дедовским способом. Хочу билоут. Это каким? Молотком? Не-не-не, Windows. Нет, это лог. Windows носить по-любому. Скара, да, это да, баг. ДПС не ниже.
Где Ладера? Вниз. Валера, ты куда ушел? Зачем меня там оставили? Там автодок собирает. Валера! Срочно надо. Остались милики. Не все. Ну, да, я, ладно, я... Ё-моё, ну что за человек пенится, ну и даже вот... Ваши кастеры, блин. Идиотская фигня. Потому что милики бесполезны. Ну ты бесполезный, понял, да? Сирус для РДД. Делоко ходит. Спрыгивайте, милики. Спрыгивай. Как бы Тунга тоже лох. Согласен, рано не забывайте. Уголек пока подбиваем, но не убиваем. Значит, смотри, на этой фазе лог. Тут будет кидаться огненная лужа. С нее выходим. И когда он взлетает, все, уголяка добиваем. Получается, когда он взлетает, нужно кучнее остановиться, то есть пачками. Когда приземляется, выбегает сразу оттуда. Метеор падает, ты оттуда выбегаешь. В кучу! Сделаем одну большую кучу. Отбежали. Ой. Все, напуливаем. Все, уже вышли. Бальков отводим. Не убивать углей. Не убивать. Не бьем углей. Блять, я же сказал, не бьем углей. Добили старых. Заевадились. РД по боссу. Не трогайте угли. Ну, Джек, ну не бей ты их, блин. Вышли. РД добили. Нет, самая птица. Подхиль себе, Ксюша. Хайтон дай нарху, Фрэнни. А, ну ладно. Служи, вышли милизону. Кучнее. Бежали. Mm.
лагерям. Не бьем, не бьем. Не бейте. Не сдохнет. Ну все, проебали одного. Угу. Да, не успели. Фу, ДПС это хуя. Ты что, саботон играешь, что ли? Вот бы да. Питер. Что? Бот он, что ли, играет или что? Какой бот? Или... Иди. Отойди. А как бы третий день подряд один и тот же плейлист включил. Не знаю, я свою кручу музыку. ВК. Не бейте, углей вообще не трогайте, выйдите с лыжи. Это который вчера Hollywood Undead играл? Угу. Не знаю, я пока вырубил на время рейд. Добили. Геру. Босс. Больше ТПС убили. Трэш уводи. Только по боссу играем, РТД. Не надо трэш трогать. Блять. Все, не трогайте вообще угли. Не надо. Пет уберите. Добили. Покури пока. Босс. Взлетел сейчас на 20-ка. Не хотим. Колечко, колечко. Да сука, не то колечко. Ну колечко же выпало. Тебе надо уточнять просто, понимаешь? Перчатки упали, а я не на руке. Как офигенно, кстати. Ролик. Ладно, выпадет после. Скилли. Кто next? Робот. Это... Твоя, так сказать, это... Удачи, Саня. Блин, у меня вот это кольцо до сих пор в банке лежит. Потом уже... Такое... Зачем он... Называется, хотел кота себе сделать. Не на Нхулика и... На Фаса, не на Бота, вообще ни на кого. Не, ну если кому-то горит, я готов, короче, место уступать. Это жарится, что ли? Да. Блядь, у меня один хан, нет. 10% апа сюда. И... Типа, вон, Зура, спекните в этого... Венг. О, Зура. Так а там... при чем здесь хз? Я говорю, ханта нету. Там... Какая разница, ханты бесполезные. Они полумилики. Милики, они физукой бьют. Полумилики, да. Это не милики, полезные. Милики это... Заканчиваются такие медведи и анхоли ДК. Всякие ДКшники, паладины, вот это милики бесполезны. Аккуратно, вдоль стенки идем. Компот у меня есть. Да тут не писать по пути, если не сложно. У меня 10 стаков. Блять, задница или тунга, кто из вас говорит, у вас голос похожий, блядь. Рагнадрум говорит, блин. А Шизик вообще говорил сейчас. Шизик. Шизик, ты. Как ты его заедет? Я тоже так думал. Заебал, ФК, четыре штуки.
шкафчик, тебе так не кажется, так и есть. Чё, мага эсать никто не хочет? Значит, серп, смотри, здесь вот эти кристаллиновые механик. Тебе нужно кидать на одного из них изгнание. Понял? Все. Звездочку контроль. Веруня кружок. Рагнадру, занимайся, трэш твой. Танки, поехали. Изгнание, ну все, ну, блок, черт. Звездочку изгнания Все, можешь разбанивать. Контрольте. Лишний трэш вот не надо обрить. Ну, ТФТ-5, хоста нужно. На гроз снимите, пожалуйста. Фир, фир, кидайте фир этим меткам. Лучше обянки геройские. Что говоришь, не понял? Ну, вот фурик. Дальше кристалла. Я вообще туда своего гива вышел. Можно вопрос. Ну Кола, ты берешь перчатки, если я не понял? Обменки, да? Тунга, ты не забываешь, что это же не обычная ЛК сервер. Тут очень много всяких вариаций. А меня ты чё плюёшь? Аня, требуется поддержка.
кто ближе был, того и плюнул. Требую, запрошу пунктик в плане. Еще, идите лес, все уже плюют. А за что? За дело. За дело. Кинь макрос такой мне. Чей Веруни меня плюет? Кинь макрос этот. Это самый важный макрос в моей жизни. Сейчас напишу. Ну давайте поактивнее тут стаки смотрим. Серп. Дальнего. Вот, контроль. Вот. Серп. Дальнего. Танки. Второй танк забирай. Чё, Геон сейчас додамажил? Мимо, Войт, выведи. Контроль, Локи. Я думаю, резко мне у мага не резко, я оставили жизнь. О! Актер, ЛЖР. Безумно, вставай. Контроль. Серп. Не выпускай своего из контроля. Круга, тебе уже за это мут можно убить. Говоришь, мут можно дать? Мут? Пунга, сейчас тебе ПМ напишу. Я уже его написал, алло. Да нет, там есть. Еще есть интересно. Бедный рогодрова. Потом удивляются, почему из гильдии либо... Мы его до сих пор не знаем, почему эта Тунга его так и не любит. Видишь, тебя там все нюхают, тнутся от тебя, так что это... Такое... Потому что ему за, видимо, не собирали. Смотри, сейчас будет сложное. Идти Пензера. Сейчас будет жестко. Джипсар, так они? Пятники хватит. А, окей. Слишком сложное, да? Вот джипс. Нет, просто там уже лишнее пошло. Опять безумно. Че? Вы окончательно утомили там. Или Танюш, забери, если ты тут. Да, не пишет. Не пьет. Сейчас Тунга заколебался плевать. Кристалл за контроль. Ох, а сейчас будем это затестить. Не надо, не контроль, Лок. Отвези его, Войт, немного. Я верну твою БКшную фласку бахну, которую ты давал мне. Шкаф поставьте, павших кресайте, на сопротивный обмен. Осмотрелся в моте. Герой, не спекнись на этого босса. А то это не ко мне, ты знаешь эти вопросы? Короче, енот хочет замениться со мной на робот. Делаю ТП. Бафните меня, пожалуйста. Енот? Да. А, это который у меня в чести.
что делать? Да он тебе писал на почту. Этот хайтон. Что? Он тебе писал, да, на почту. А, да, сейчас поставим. Да не почту спрашиваю, это он тебе на почту туда писал. А, не, не. Запускай вагон в рейд. А джипс надо еще или нет? Поставим. Вот, по ДК дайте, пожалуйста. Месяц. Будь человеком, а. Пожалуйста, без МП5. Просто кулак. Бафки читу не начали. Бегаешь Дима, по кольцу, а. Дима, а тут просят заменить вопросы. Этого на робота. Расскажите тактику, пожалуйста. А чё, глобал? Давайте я на охотнике, я там не хочу в мелизоне стоять. Блять, мы что будем полгода тогда бить этого робота? Так мне какая разница, я побегаю. Нет, Мэн Глобал будет бегать. Бегай, Глобал, бегай. Геройсис, дай кулаки, спасибо. Так, серф, по тактике стоишь во время босса и, понятно, бьёшь босса, всё, в принципе. Тебе саппорт не надо, Менглому. Ты бегаешь, там урона нет. А где у нас танк? Бегаешь. Музыка, по идее. Танки, поехали. Можно кулак поварам? Поварам кулак дайте. Пойду пока саппортов куплю. Побежали. Геру. Прямос. Thank you.
Хайтон по возможности Spirit Winner. Если есть тотем, шаманы ставьте. Салю по хайтону. Я второй. Совет салю дайте. Если есть. Ну или корону дайте. Или диван дайте. Что вы там? Убивайте, Амру. Сколько у вас там осталось? Резайте. А, все. Что там за говно выпало? Сколько я дал? 500, поехали. Ты... Меньше енота. У меня 22 показано, что ли. Давай, ну ты уходи за Идола, сумунь. ЕП. Алло. Шаг же, типа, 500. Не? Ну сумунь. Сколько я дал? Четыре-то пять? Нафига тебе ДПС показывает? Ты же бесполезный. Можно тебе все рулить. 10 000. Он говорит, что у него доступ есть, теперь он ему говорит, что он типа 8к у него есть. Че, стоп, а на коме месте? А что, подождите, я этого передамажил, что ли? В итоге? Что за дела, литр? Я не понял. Че? Так он сдох. Литейл. Что? Передамажил же? Да удачи тебе. А что он агрос рвал, тоже проблема его. Насколько на 100 тысяч? Блять, 2 лока в рейн. Я замес. Так,
Руль, мне поставь шкаф, пожалуйста. В смысле я не сумунюсь? Я нож же ушел. F14500. F14418. Нельзя. Весело, блять. Дим, тебе сейчас скинуть или в году? Ты про что? Так вот, наверное. Про ГБ, про что? Ты про сопроты? Сопроты, ДС. Потом. Не хочу сейчас, я хочу эту пу. Не. Во время рейда не тебя начислять. Ну в кредит. Какой там дурдром, давай бьем. Ага. Иди. Это что было? Это был вихрь. Давно я в КБ не был. Я со следующего тебя смогу Т5 на танк. Пускал, тебе не нужен танк. Пусть будет. Написал себе ДДС. Заебись. Заебись. Ну давай я себе тогда на танка соберу. Пусть будет. Никит, собирай. Ну да, мне тут уже 5 собирай, человек, собирай. Там, неделю пишут, собирай танк. Собирай. Он сектант и плащ не может забрать, а вы говорите танка, блядь. Он небось танка соберет. А что, у нас на блюде кто танк собирает, Дим? А? А у нас на блюде кто танк собирает? Зачем их собирать? У нас есть танк. Видели счастливую руку, ну. Ебаю. Две подряд? А, три подряд? А чё, ворон же нельзя? Ой-ой-ой, клюнуло. Это вообще законно? А это я просто начал подбирать, ну, раз, два, три, бля.
Так, трупики не трогаем, теперь их подбирает спирит. А чё воронки можно нить, что ли? Нельзя нить воронки. А толку их нити? Не, а нити можно, можно, потом это я посмотрю, сколько везде пойдет. А чё все нити, а ты тоже буду нити. А всё равно Димка получит, он же меняет. Не, ну правильно, мне Дима сейчас отдаст воронки на танк. Ушла, пришла, вы даже не продвинулись никуда. Ну мы тебя ждали. Как там воюете, Данич, нормально? Вообще не нормально. Ну ладно, какой ВДПС. О, подпёр, типа, ВДПС. Хорош, ну, чётнишь по всех боссов. Я вот, кстати, что-то ты пять разбойников посмотрел, как они делают алой вихрь, когда им надо его настак. Настакивают. Без Б настаки. О, это надо. Мне тоже надо. Тебе-то нахуя? Мне-то чуть. А Даня, что ты подошел? Отошел, Маня. Дима, пошли, да это у меня деловое предложение. Видите, вон громко, это он бегает.